взятка онлайн. Система быстрых переводов может сыграть злую шутку с госслужащими. Если знать телефон чиновника, можно отправить ему деньги и написать «взятка». При этом отказаться от перевода получатель не сможет. Деньги поступят на счет автоматически. К счастью, по словам юристов, подставить виновному не так уж и просто. Факт получения взятки придется доказать. Эксперты советуют чиновникам при любой сомнительной операции обращаться в банк.